Теракты во Франции и Бельгии совершались в том числе на деньги налогоплательщиков. Как выяснило американское издание Wall Street Journal, как минимум 5 боевиков, причастных к атакам в Париже и Брюсселе, получали социальные пособия и пособия по безработице. Среди них и главный подозреваемый в совершении терактов во французской столице Салах Абдеслам. Последний перевод был сделан всего за 3 недели до преступления. При этом Абдеслам был владельцем бара и по закону не имел права на пособие. Спецслужбы выявили несколько случаев, когда деньги, полученные от государства, переводились на карты, которые впоследствии использовались при организации атак.